Постфакт закончился. Известные победители. В Перми завершился первый всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров. Лучшим спектаклем большой формы признали постановку «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева. А победителем в категории «Малой формы» стал спектакль «Пилорама плюс» по пьесе драматурга Натальи Мелантьевой. Подробнее о прошедшем фестивале Татьяна Овсянникова. Изюминкой прошедшего фестиваля стала лаборатория «Постзритель». Она состояла из 7 мастерских. Руководителями были мэтры театрального, визуального и медиаискусства. Они же члены жюри фестиваля «Постфакт». Учениками же стали пермяки, которые обычно находятся по ту сторону от сцены, на зрительских местах. Все они получили возможность за 5 дней изучить театральный мир изнутри и постичь тонкости драматургии. Все 3 слова. И как тебе, Маркет, по картинке? 12 счастливчиков из лаборатории «Театральное фото» под руководством Юлии Трегуб не только учились, но и смогли побывать практически на всех мероприятиях фестиваля. Владимир Кирьянов – артист балета Евгения Панфилова. Участие в фотолаборатории он принял, чтобы самому стать создателем кадра. В отчетную экспозицию попало фото Владимира со спектакля победителя «Пилорама плюс» Ярославского театра имени Федора Волкова. Почему этот снимок я выбрал? Потому что особенность и расположение зрителей была необычная. Мы сидели, часть зрителей сидела помимо зрительного зала на скамейках прямо на сцене. То есть и у меня получился очень интересный ракурс, я находился прямо возле актера. Еще одна зрительская лаборатория, в которой участники работали со светом, цветом, формой и арт-пространством – визуальное искусство. Наставник, художник, сценограф Василина Харламова. В итоговых работах ее ученики должны были воплотить себя в художественную форму. Это работа Василисы Сергеевой, ей 13 лет, она ученица 7 класса, выражает себя в форме коробки, коробка без спичек определенного цвета, который она ему придала сама. И внутри мы можем видеть пластилиновую утку, которая могла бы быть в цилиндре. Но обстоятельства сложились иным образом. Мечта, понимаете? Вот этот мир, в который они, ну, в котором они, с которым они считаются. Читка скандальной пьесы «Ад и мир» – это итоговая работа одного из самых популярных отделений «Постзритель» лаборатории драматургия, куратором которой был литовский драматург Мариус Ивашкевичус. Одна из ролей в ней досталась пермячке Анне Жуневой. Я побывала на театральной кухне. И, конечно, это привнесет в мой зрительский опыт тоже какие-то новые нотки, потому что, сидя в зале, я сейчас буду понимать примерно, каково приходится актерам в процессе работы. По слухам, водились крысы. Татьяна Овсянникова, Михаил Сидоров, телевизионная служба новостей.